Ну что, ребята, как приветствую, мы продолжаем с вами проходить Life is Strange Before the Storm. Я записываю подряд, прошлая серия и эта серия записана подряд, и еще позапрошлая серия записана, конечно, все записано подряд. Вот, эти две серии записаны подряд, поэтому давайте продолжим с вами проходить сюжет и посмотрим, что же здесь в итоге нам скажут, да, в этом финальном эпизоде, да, сюжетном. Вот, поэтому изменил прошлую серию, ссылка постоянно находится на плейлисте, по-моему, прохождение данной игры. Вверху справа там находится подсказочка на прошлую серию и на плейлисте. Если ты телефон с помощью ниже описания спускаешься, там тоже те же подсказки, также прошлой серии и плейлист, по-моему, прохождение данной игры. Посмотрите с первой серии, если не смотрел все. Если смотрел какие-то серии, начни с того, на чем закончил, да, смотреть, собственно, потому что это важно для полного контраста сюжета, да, чтобы ты знал и видел, что происходит вообще здесь, и что с чем и почему связано, да. Вот, собственно, усаживайтесь поудобнее, надевайте пледик обязательно, приятного аппетита, кушайте, пейте кофе или пейте воды, приятного просмотра, мы, собственно, продолжаем проходить в Life is Strange Before the Storm. О, привет! Hey. Остались мы с тобой здесь, привет! Остались мы с тобой здесь. Стеф, как там Дрю? Неплохо. Миссис Эмбер не только что сказала, что Рэйчел выкарабкается. Я очень рада. I'm really glad. Yeah. Ага. Well, ну, наш плод еще дальше по коридору. Заходи на огонек. You should come by. Okay. Ну, хорошо, sure. Обязательно. Definitely. Позже серии, если ты не помнишь, да, в прошлой серии мы с тобой рассказали все отцу Рэйчел рассказали правду. Чудо как было, он сказал спасибо и своё мнение высказал. Не думаю, чтобы со мной продолжать сидеть на месте. Почему бы не разбить ноги пока жду? Пошли еще в ту комнату, чтобы нет. Ну, поговорим. All right, then. Да ладно, спасибо вам. Thank you. Hi. Здравствуйте, мистер Норт. That's me. Это я, ты. And you are? I'm Chloe. Я Хлоя. Here to see Drew? Ты к Дрю пришла? Yeah. Ага. Как ваши дела? How are things going? Oh, you know how it is. Ты знаешь, как бывает. Взлеты и падения. Now, Drew's hurt. Ну, Дрю, конечно, драма. Я еще работаю, так что. But, between jobs, so got plenty of time. Могу часто его навещать. You know? Понимаешь? Yeah. Oh no. Погоди, ты сказал, что тебя зовут Хлоя. Майки тебя уже несколько раз упоминал. У меня вопрос, на который ты, возможно, сможешь ответить. Sure. Конечно. Мальчики в последнее время для себя так, но словно чем-то провинились. Well, guilty lately. Yeah. Я прожил большую часть времени в поисках работы, боюсь, что упустил нечто важное. Конечно, ничего не происходит. Лучше спросить Дрю. Наверное, вам лучше спросить Дрю, я правда не знаю подробности. Я знаю, что бы они не сделали, они... сделали это и желали помочь вам. Thanks, Chloe. Спасибо, Хлоя. Я знаю, что они пытались помочь мне в денежном плане. Мы семья, понимаешь, и разбираемся с проблемами вместе. We deal with things together. Oh, excuse me. Ой, прости. Hey! You made it. Ты все же пришла. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Thanks. Just trying it out. It's
Sometimes you've just got to do something. Ну, что-то новое. Hey. Как там Рэйчел? Ему вроде оптимистично настроено. Rachel's stable. She'll probably wake up. You'll think I'm joking when I tell you. Я скажу, решите, что это шутка, но нет. What happened? Случилось. She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? Серьезно? Это же не из меня? It wasn't because of me. No. Somehow we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Ой, бля. Ну такое на самом деле жесткая хуйня. Maybe. Возможно, не стоило упоминать. I shouldn't have mentioned Damon. Возможно. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Ну, поговорим с ним. Drew's been in a lot of pain today. I think the football team needs 30. Yep. А, да. Definitely точно привоз потрясений. Ладно, пошли. All right. Ладно, я, пожалуй, пойду. I'm gonna head out. It was really great to see лучше приятно you, увидеться, Хлоя. Agreed. Именно так. Не попадай, хорошо? Okay? Yeah. Tell Rachel we're rooting for her. You bet. О, это мистер Эмбер. Рэйчел только что проснулся. Уверен, она будет очень рада тебя увидеть. Спасибо. По поводу качества воздуха. Охрана листов. РКДБ, РКДБ, ага. Потихоньку, 9 мая. Еще не потушен. Нуждается поднять среднего или густого дыма. Регулируется ограничить действие на свежем воздухе. Хорошо, хорошо. А где она? Вот здесь? Нет. Где она? Чё? Hey. О, она бегает. Just heard the fire went out. Went out? You mean it's control? Смотри, она бегает. Давай поговорим. Why has my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist. Потом прислали психотерапевта, потому что мой сын расстроился. Holy shit. Херить. Please, Mr. Prescott. No. Your son needs serious. Mr. Prescott. Ладно, давай, мистер Прескот. Давай поговорим, короче. Hey. Здравствуйте. Chloe. Chloe. I can't even express. Thank you. Спасибо тебе огромное. Прости, я всегда разваливаюсь. Я все разваливалась. Пошло, чтобы воздухом дышать. Не стоило плакать перед Рэйчел. Твои волосы, я едва заметила. Да, это, yeah. Это так, ничего особенного. It's not a big deal. I bet. Верно, Рэйчел ужасно нравится. I can't. Представить не могу, что бы я делал, потеряй мы ее. I'm sure everything's going to be fine. That's what James keeps saying. He's so strong in a crisis, you know. My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. I just keep feeling like we were lucky. It could have gone so much worse.
you know? I'm sure it would have been if you weren't there for her. I am so glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Что ты делаешь? Что случилось? Ладно, let's go. Let's go, зайдем. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. Chloe пришла. Хочешь, чтобы остался? You want me to stay? No. Нет, я справлюсь. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back. Я скоро вернусь. In a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. I mean it. Ну ладно, ладно. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Just don't do that again. Play the damsel in distress. You got it. No, attack a psycho with a 2x4. That was crazy. Newsflash, Chloe. I'm a little crazy. Crazy hot. Happy that your dad's here. I mean... Ну, я на него до сих пор... I'm so mad at him. For everything he's done. But... It felt so good to lean on him. Было так здорово, на него положиться. Ну, мой отец, понимаешь. He's my dad, you know? I felt... Я чувствовал себя в полной безопасности. Like... Как на Mount Hood. On Mount Hood. Делаешь для меня кое-что? Что угодно. Сара. Мам. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But... I think I still want to meet her. You sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. Не уехали она из Arcadia Bay. Но если не уехал, ты найдешь ее, пожалуйста. But if she is, will you find her, please? You really want this? Ты на самом деле хочешь, да?
don't you? I do, Chloe. I really do. Then... Да, конечно. Чего бы это не стоило. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Я попросил на ее номер. Может, в ее кабинете. Ключ нашего дома лежит под... Our house keys just under the mat. The code is 0722. Под ковриком. Код 0722. To your... Your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt, too. I didn't know you were into dragons. Who the fuck isn't into dragons? Sorry I bailed on seeing the Tempest with you. The whole thing just sort of happened. No, not a problem at all. So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right. Of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Nothing we can't handle. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man, everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe.
Мы теперь дома у кого? Hello? Ой, здесь никого. Ну такое на самом деле. Сейчас он еще внезапно придет, да? I need to search this office. Нужно найти в этом городе что-нибудь, сенсор, который поможет ее найти, короче. Только не урони, пожалуйста. It's the big one. Намек, типа? Намек? James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Конечно, брат. Не открой, что ты увидишь. I'm not gonna be able to smash my way through this one. Hopefully, there's a key around somewhere. Pro tip. When digging for secrets, James sure keeps lots of files on people. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. More sherry. Sheldon. Sheldon. Почему мне кажется, я где-то слышал это? I feel like I've heard that name before. Best dad. Что отец? Я все равно это надо больше политика, чем что-то реально. Found you. Привет, Хлоя, спасибо, что навестил. Друг говорит, что желает тебе удачи. Спасибо, ему тоже удачи. Хлоя? Ты сильнее всех. Надеюсь. Welcome to Shady. Добро пожаловать в Тайни Вилль. Чё? Ну ладно. Ну ладно. James sure keeps lots of files on people. It could be about Sarah. Ебать. Мне сказали, что ты можешь помочь с моей проблемой. Переходи
переходим черту, а что ж, обсудим, позвоню вечером. Я нашел ту, кого-то искал, позвоню через 15 минут. Ну, я не занимаюсь благотворительностью, мне нужно, чтобы ты сделал то, о чем мы говорили. Я не могу. Конечно, можешь, потому что я говорил с твоей девчонкой, и язык у нее длинный. Казалось, она не так проста, нам нужно будет бросить на это больше ресурсов. Только без насилия. Расслабься, работать будем, будет мой лучший человек. Как твоя дочь? Ты же знаешь, что это она на меня напала так? Тебе бы научить ее получше сесть. Да ладно, блядь. Молчание? Наверное, тебе больше нет, нужно разбираться с этим. Да ну нахуй. James is working with да. Damon Merrick? Прикинь, нихуя. Это безумие, о чем они говорили? По девчонке. Damon имел в виду Сэр? Это жесть. Это жесть. А вот это уже как бы уже такое. Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Так мы тебя используем, Мина. Расслабься, мужик. Все просто. Либо ты делаешь то, что я хочу, либо твой маленький принос становится большой. Так, ты позаботился о Вишдоке или нет? Shit. Ты решишь, что мне сказать? Начал ты, блядь. Начал ты. Знаю, ты в этом деле новенький, так что сделаю тебе плашку. Ты мне не выебывайся. Давай-ка посмотрим на Вишдок. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Какой вещдок, блядь. Типа делаю его, что? James sure keeps lots of files on people. Arcadia Bay, at least one. Уголок Arcadia Bay. This must be what Damon was talking about. То, о чем говорил. Shit. Блин, о чем говорил Damon? Я могла просовывать на бум, посмотреть на него. Take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Давай лучше отойдем. Arcadia Bay is least wanted. Так, вот здесь может быть. При применении письменно-доножного оружия. Перчатки. Перчатки. Там написано, что перчатки. Я жду. Что, это нужный вещдок, так? Да, и теперь ты, блядь, должен его уничтожить. Почему ты так плохо в этом деле? Сейчас займусь. Все пойму, каким образом. How do I destroy a glove? Уничтожь перчатку, может, я смогу сжечь. А в кабинете мы до сих пор? Сжечь перчатку, давай. Просто она загорелась, блядь.
touch that again. Ты о нем позаботился хорошо. Итак, раз ты уничтожил дедок, можешь еще и сказать, кто из моих людей стукач. Да иди ты нахуй! Диана, хватит игр. Уж прости, шеф, но я все-таки думаю, что ты сделаешь, что я прошу. Скажи мне, кто это, или ты превращал бы разбираться со своей проблемой сам. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the Arcadia Bay's least wanted. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. This is that freak from the mill. Интересно, что Дэм думает о чём-то этого комментария. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. I agree to aid the courts on future cases. Много смехи на свое качество. That could be seen as a little snitchy. Продажа. Незаконно продажа. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Arcadia Bay's least wanted. Okay. Well, if I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. А еще, а вот фото торговца. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. This guy let me into the mill. Парень просил меня, клёвый чувак. Cool dude. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? С тем стукачом, о котором говорит Дэймон. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Ну ты его же нахуй. Чё, серьёзно? Я его едва знаю. Теперь он захочет, чтобы мы вообще не встречались. Хорошая работа. Хоть это стало только наш с тобой обменалом. Покажи мне плату, и я скажу, где мы встретимся. Payment? Плата? Бля. Fuck. Here's hoping James already has Damon's money. Вот только где. But where would it be? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Целый детектив, ребят. Целый детектив сейчас происходит. Чисто, блядь, какие-то... Что-то там пишем, находим, читаем. Оп-оп-оп-оп, все сообщаем. Делаем и оп-оп-оп. Holy shit. Твою мать.
О, уже сработано. А вот твоя девчонка подарочной упаковки. Fuck, that's Sarah. Так, это Сара. И она на усыпилке, что он с ней делает? She's at the mill. What is he doing to her? Принеси мне деньги, мы можем закончить дело. Мне уже пути не понимаю ничего по дому приходим. А ты правда в этом новенький? Лучше поторопись, эта цепь начинает действовать мне на нервы. Holy shit. Ты же, Джеймс вообще Does не понимает, что even делает. Know what he's doing? Okay. А, но у меня еще есть время. Демон ждет свои деньги, верно? Значит, Demon's пока он ей money, ничего. Right? He wouldn't do anything to her. Делать не станет. Fuck. Надо двигать туда в темпе. Хлоуи? Elliot? Hey. Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Блядь, откуда ты долбоеб нахуй пришел? Did you really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Это не он ли с нами переписывался? Honestly, честно говоря, ты можешь сказать, насколько влезет, но то, что ты тут и так пиздец, и у меня нет на это времени. Когда? What? Что? У тебя будет время. Для меня у тебя есть все время мира для Рэйчел. Как же мне стало, что ты не видишь, что Рэйчел на самом деле такая? When will you realize what she's doing to you? Elliot, just отойди. Take a step back. No. Нет. Ты должна меня услышать. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out. What happens? You end up in a fight. Ты ввязалась в драку. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. Не сомневаюсь, так тебе и кажется. Stop. Вот, stop suggesting that she's как-то плохо, но... somehow bad for... The next day she convinces you to skip school. Она уговорит тебя пропустить уроки, и, о чудо, у нее проблем почти никаких. А тебя отстраняют. Это был мой выбор. Я взяла на себя вину, потому что хотела этого. Рэйчел пыталась защитить меня. Rachel tried to protect me. И в итоге у нее все каким-то образом сложилось прекрасно, как обычно. Ты не понимаешь, тебя там не было. А когда она продержала желание ставила тебя поучаствовать в пьесе, тоже тебя защищала? Чувак, я серьезно. Тебе бы заткнуться нахрен, пока не... Я достаточно молчал. Послушай, Рэйчел. Послушай, Рэйчел прекрасная актриса, и я не про сцену говорю, она фальшивка. Ты? Настоящая. Мне больно смотреть, как она тобой манипулирует. Elliot, I promise, no one is manipulating me. No? Нет. Глянь, где ты оказалась. Недоучка. Якшаешь с уголовью, вламываешься в чужие дома. Это безумие. Он сегодня запросто могла оказаться ты, если это когда-нибудь произойдет. If that ever happened. Look, слушай, понимаю, это нет беспокойства. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now.
for once. Схуя ли должен слушать, блять? Давай успокоим его. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! Ой, такой ты долбоёб. I'm trying to help you. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. Пошёл ты нахуй. На, ебать ты тварь. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. В перепалке слушать оппонента и выбирать соответствующий оппонент. Ооо! Сейчас мы его, блядь, сейчас он отлосит нахуй, мы его разъебем, блядь. Давай, давай, блядь. Блин, он хуйню страдает какой-то, на самом деле хуйню страдает. И на него, кстати, можем свалить, что он сюда забрался. Да-да-да, а мы пришли, типа, и смотрим, дверь открыта, а он тут уже что-то делает. Вот мы, What's really going on here? Пускай на самом деле, you can tell me. Мне ты можешь сказать. Here's what's going так происходит on. Вот что. We're мы стоим в доме каждого прокурора, и надо бы уйти, пока он... Don't worry. Не волнуйся. Расстройся, Рэйчел, Джеймс не скоро у нас. Я имею в виду ту ситуацию. Тебе нужно это понять. You need to that. You're right, ты прав, я не хотел признать, но это правда, я жизнь по-серьезному вроде. But it's true. My life is at great risk. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. I don't need your help. I need help from you. Help! You're acting strange. What's going on? What? Nothing. I... What are you... Ugh, you bitch! Can't you see? I just want to help you. Ты ебать еблан совсем? You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? Ты еблан, ты сам, блядь, хуйней страдаешь. No, you idiot. Сталкеришь, нахуя, блядь, долбоеб. What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Бля, не вытащил, да, наверное. Понял. Да, вот сказать, типа, что ей нужна помощь. Понял, ладно. Ну ладно, ну ладно, чё, ничего страшного, ничего страшного. Все-таки это мое прохождение, да? Все-таки это мое прохождение. Бля, вот я сейчас хуясь, это он, блядь, ее держит там. Блять, жестко нахуй. Сейчас было такое. Смотри за дорогой, ёбаный в рот. Насмотрелась, блин. Задумалась, точнее. Бля, эта серийка, ребят, будет долго, длинный. Все-таки. Ну ладно, ничего страшного.